Всем привет! С вами Аркс Блю, и это вечер релаксации. Усядьтесь в кресло и расслабьтесь. Пока мы ждем этого загрузку ДСПшника, Паулина с Тома. Паулина, Паулина, Паулиночка. Девочка моя, девочка. Ну что ж, я дописал прошлую игру. Я не знаю, буду я выкладывать или нет, потому что она была слишком легкая. Там за клопу просто обоссал я в говно Свена. Я подумаю. Посмотрим. О, дихлофосик. У меня на него сет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому это у меня, по-моему, этот, да? Сетик на него. А, нет, подождите, на него с этим не упадал. Мне выпал на всех, кроме его. Ну ладно, ничего страшного. В любом случае, герой шикарный. А, он тоже рандомило? Нет, не рандомило пока. Мираночка. Мирана, Мирана. Ой, извиняюсь. Я начал щелкать семечки, извиняюсь. Так. Давайте соберемся. Смотрим. Мирана. У нее есть стрела, у нее есть прыжок. Мы можем, кстати, второй скилл прокачать. Офигенный скилл, да, пассивочку. Вместо третьего скилла. Поэтому давайте сделаем таким образом. Вот так и вот так. И пойдем мид. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что там будет интересная игра. А то прошлую игру играл за клопу против Свена. Я там так его унизил в говно. Да просто не было шансов. Два раза с ульты забрал. Так. Идем на мид. А, занят вам прикрепов. Все. Я тут потихонечку немножко кушаю, извиняйте. Все, я готов, короче, нагибать. Ну, смотрим. Да, у нас есть первый скилл. Это получается АОЕ дамаг второй скилл, получается пассивка уменьшает процент здоровья. Третий скилл, когда мы убиваем крипа, мы регеним себе ману и здоровье. И ульта. Когда мало хп у врага, убиваем его. Смотрите, как бы нам лучше всего сделать. Я знаю, если мы сделаем акцент на второй скилл, ей будет стоять очень тяжело. Вообще, чтобы убить меня, это надо нереально, чтобы ей повезло. То есть надо попасть стрелой. Ну, если я попаду стрелой, будет вообще жопа. Давайте тогда сначала прокачаем первый скиллок. Так, сейчас быстренько поменяем бинт. Вот так вот. Первый скилл чисто, если что, мы отхилимся. Опа. Ой. Так, автоатака. Хорош, 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 хорош. Ладно, давайте начнем фармить. Надо было уже пофармить. О, спасибо, братюня. Так, хорошо, у нас есть первый скиллок, мы всегда сможем отфармиться, но сейчас мы начнем качать уже, что? Пассивочку. А вот она уже спокойно не постоит. Чмошница, не постоит, нет. В принципе, можно ее убить легко на 6-м левеле. Ох ты, говно, привет. Привет, говно. Привет. Привет, параша, как тебе, нормалек, да? Ты зашла не в тот двор. Я вот не знаю, на какой буду лучше делать акцент. На первый или второй? 275. Давайте все-таки на второй. Да, вот мы так вначале подумали, так и будем делать. Пускай ей будет тяжело вообще стоять со мной все время. Пускай лайн пушится, посрать. Если что, пронесем вышку. Потому что тут все страдают, видите, и крипы, и все. Все, кто можно. Вообще я собрал бы еще меку, вот реально собрал бы им меку и все голову не ломал. Так, давайте потихонечку начнем меку туда собирать. А что бы нет? Через хадрес пойдем. Самое главное, чтобы мне стрела в лоб не попала, я то отвлекаюсь сильно. Давай, брать меня, давай, пойдемте, пойдемте. Страдай, шмара, страдай, говно. Страдай, страдай. Так. Ну, с ультом нам будет гораздо легче ее убить, вообще будет срать на ее прыжок. Опа. Так, миссы, идут хорошие, хорошие, ладно. А что он такое вызывает? А что я сделал? Я же ее не гнобил. Про мамку я не писал, не понимаю вообще логики. Кстати, мы забыли крипов поступить, да? Как обычно.
Прокачаем первый скиллок. Я бы еще купил бы варды. Вот с вардами было бы гораздо легче нам стоять. Окей. Пошла отсюда шмаровозка. Эй, говно! Говно! Как тебе хп? Нормально все у тебя? Ничего не проседаешь, параша? Как тебе мой второй скильчик? Хорошо, да, идет? Спасибо, братюня, спасибо. Так, сейчас варды, короче, купим, все будет у нас ништяк. Потому что, само собой, надо будет сделать так, чтобы она не попала стрелой. Кстати, если что, вы напишите, давайте в комментарии напишите, выкладывать ли мне прошлую игру один на один, где я играл за клопу против Свена. Ну, еще раз говорю, там игра изи, я быстро убил его. То есть, будет ли вам интересно на изиче? О, второй скильчик работает. Дайте мне ульту, эта параша полетит сразу в товер. Так, куропатка бежит. О, хорош, хорош. Стрела хороша вообще. Неплохо, кстати, неплохо. Ну, видно, что опытная, опытная Мирана. Кстати, а таких Мираны в паблике полно, вот честно, просто полно. Давай тебе посевочку на третий левелок. Давай, детка. Она сейчас купит, конечно же, банку, отхилится, это понятно. Она еще крипов убивает, молодец. Убийца крипов. Так, хадресик у меня уже, братюнька, хадресик. Как же ей неприятно все стоять, а? Ой, как неприятно. Так, надо быть очень осторожным. Очень осторожным. У нас все идет хорошо, фарм идет, стрелы летают. Ну, все отлично, короче. Дайте мне шестой левел, и все. Я готов прям под вышку идти, обосывать ее. Все, она фуловая банка, да? Нет, наверное, просто купила, говна навернула. Так, давайте сходим, возьмем тогда руну. На всякий случай. И пойдем к нашей любимой. Любимая Мираночка. Бейбочка. А, деточка. Ля-л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 я. Так, сейчас она кинет стрелу в меня по-любому. А, да. А мне больно, кстати, стало. Слиганца. Опа. Опа. Так, все, появилась у нас ульта, это хорошо. Ну, мы сейчас соберем меку и не будем просто горевать. Или можем, конечно, собрать было бы даган какой-нибудь. Потому что некру отлично идет даган с ультой. Так, сейчас пока я смотрю, у меня сейчас стрела полетит, да, дайте угадаю. Не, нормально, пока жив. Давай сюда, говно неси. Кстати, у нее тоже же ульта, не забывайте, у нее инвиз. Да. Параша, как тебе дела? Нормалек? Нормалек, поэтому надо будет сразу, короче, выцеливать варды. Покупать надо будет. Это будет плохо, если она на шестом левеле уйдет, просто несет мои ульты. Так, давайте пойдем сейчас собирать вардики. Вот она, эта тварь, вот она. Вон она, вон она, шмара. Давайте тогда еще сюда поставим всякий случай, чтобы я видел ее. Ну ты же ДСПшница, ты не понимаешь этого? Ты ДСПшница, детка, ДСПшница. Покупаем варды. Я сейчас буду, знаете, что делать? Я сейчас буду смотреть завтрашний день. Она пошла за руну, это понятно, да. Пока она ни разу стрелой не попала вообще ни в кого. Тухни, тухни, мразь, тухни. Не нравится тебе, да? Кидай стрелу свою. Неприятно, да? Неприятное ощущение, да, говно? Я тебя понимаю. Пошла отсюда, минёха. Лови, лови плюху. Как тебе, вкусненько? Как тебе, братиша? Нормалёк? Нормалёк? Так, тихо, осторожно, осторожно. Не, надо поосторожней нам. А мне даже не больно, у нас брони миллион. У нас миллион брони. Давай стрелу мне прям в лобик. Все, короче, если она не хочет умирать, то ладно. Мы тогда, знаете, что будем делать? Мы просто будем пушить. Сейчас просто пропушим лайн и все. Летит стрела. Не стрела, а просто говно боссаное. Ты че, убийца что ли совсем? Пошла отсюда, псина боссаная. Ты вообще зверская, зверская штучка. Зверская.
Так, как бы нам ее убить-то, а? Я вот думаю, как бы. Когда у нас будет мека, он вообще будет срать на нее, просто срать. Пошла отсюда, псина. Ну. Нет, не, ну да давай же, давай, детка. Отлично, первый килл есть, нормалек. Нормалек, да, все было рассчитано. Все отлично. Так, что нам еще может помочь? Стики я не буду сейчас собирать пока. А давайте иначе купим щиток. Пускай будет. Нормально. Так, сейчас, конечно, пойдем быстренько рунку возьмем, пока эта дура там тухнет. Ох, так, ну что ж, первое дело у нас есть. Хотя я был бы не против, если бы у меня была Мирана, кстати, поиграть за нее. Я вообще обожаю этого героя, это один из моих любимых героев. Ах ты, минёх. У нас стоит, смотрите, у нас варды стоят. Все стоит у нас. О, у нас, кстати, тапка нету, точно. Эй, говно. Говно. О, говно, говно. Говно. Ладно, за АФК шоу немного. Да, видите, манки не хватило. Не хватило манки. Поэтому давайте тогда, наверное, принесем себе что-нибудь на ману. Или просто уже начнем качать пассивку и все, голову не ломать. Так, у нас скоро будет руна через минуту, нормально. Опа. Опа. Так, ну почти, ты почти смогла. Да пошла отсюда, мразь. Иди отсюда, псина, иди. Видите, да, вот тупо не хватает нам саной маны. Ну не хватает ее никак. Давайте, вызываем, короче, куропатку. У тебя-то, видишь, дурочка. У тебя-то нечем больше регениться. А, вот все, банка последняя. А у меня нету маны, к сожалению. Нету. Нету, нету. Собрали меку, маны нету на меку. Эх ты, инвалидка обоссанная. Даже в упор не можешь попасть, а? Ну что за ДЦП? Ну что за инвалид? Конечно же, я вижу прекрасно. Все, да? Обоссанная шмара, а стыдно стало? Все, заканчивает игру. Прикиньте, взять Мирану и так пипичку. Ну, в любом случае, здесь победа. Полное доминирование. Сейчас я пошел бы, взял руну, у меня была бы фуловая мана, я бы ее убил 100%. Сыграла она за Мирану ужасно, я считаю. Мирана вообще великолепный герой, один из моих любимых. Вот такая у нас игра. Абсолютно честный PvP, мы обои рандомили. Пишите, если вы хотите, чтобы я выложил Квапа против Свена, я выложу, хорошо. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.